Ребятки, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании. Давайте сейчас заглянем, что у нас здесь по акциям происходит, какой у нас нынче день. 1, 2, 3, 4, о, на завтрашний день нам дадут какой-то хорошенький наборчик карточек, это хорошо. Дальше, так, переполненные ясли, где мы здесь, ну, что-то далеко довольно находимся. Так, а я вообще-то вот, помните, еще очень давно я делал видео, где первый раз, по-моему, мне попался в противнике вот этот дракон, я его назвал Чупакабра. Ну, это точно будет его такое имечко. А вообще, ну, у нас дракон Эхо, да, Эпик. По акциям у нас здесь пока что без изменений. Я сейчас поставил на выведение как раз Минотавра плюс Лист, пытаюсь вывести Авокадо. Вот эта комбинация, по-моему, у меня было часов на 9, что-то получилось. Ну, явно не то, что нам надо, ребятки. Но это не беда, у нас еще есть тут сколько. Во, со вчерашнего дня гуляет и ждет, пока мы прокачаем пленительный. Дракончик пленительный, это мы его выиграли в каком-то замковом, позапрошлом событии, по-моему. Какие у него красивые глазки у нашего дракошки. Ну и давайте будем его кормить. Ну тоже уровень на 15. Еды пока что особо не добавилось. 170 тысяч. На 30 уровень никого по металлу мы качнуть сейчас не можем. Так. Вот так вот. Хрям-хрям-хрям. Прикольная поза у него такая, знаете, как у лошадки. Он поднял ножку и просит, пока ему там что-то бросят. Так, давайте. Крупным планом. Дракончик подрос, а глазки остались такие же у него симпатичные. Так, эпические вот такие у него нынче показатели. Так, а вот мотылек, смотрите, какой мотылек гигантский по сравнению с нашим. Вообще мотылек, смотрите, какой здоровый. Он что, самый большой дракон у нас? Ну кто у нас здесь? А, ну вот есть таких же размеров вот этот усач. Усатыч. Усатый. То есть примерно таких же размеров. Вот кто у нас еще есть такой вот большой? Вот реально, реально вот видно, что он больше. И усатыч такой же большой. Так, давайте сейчас попробуем найти, раз такая у нас штука приключилась. Вот тоже у нас, в принципе, довольно большой дракончик. Это у нас арктический. Кстати, его тоже нам нужно кормить. Давайте немножко его покормим. О, и все. И закончилась еда. Арктический. Так. Кто у нас тут еще есть такой большой? Так, ну вот, в принципе, тоже выделяется немножко размерами. Чугун. Но не так, чтобы сильно. Ну, рыцарь немножко крупнее, чем обычно. Панигуна. Я их все время путаю. Панигу и Чане. Путаю их местами. Тоже довольно-таки крупный дракошка. Так. Вот точно бросается уголек. У нас довольно крупных размеров. Так. Прикольно, смотрите, он какой-то. А, тень, это тень падает от вот этого гнезда. Я думаю, ничего себе, он какую-то, в какую-то уходит тень. Забавно. Так. И давайте проверим здесь у нас. Кто еще у нас выделяется размерами? Ну, фермер немножко крупнее. Вот дракончик фермер. Напоминает какого-то мастодонзавра. Точнее, ну мастодонзавр это у нас рептилия, а вообще мастодонта какого-то. Ну, в смысле, слоника. И еще давайте последний наш остров провернем. Ну, демон не особо. Вот этот, кстати, тоже из нашего китайского события. Подменыш тоже крупнее. Чё, китайцы вообще-то помельче люди. Но у нас он тут довольно большой. Кстати, видите, анимация одинаковая у демона и у тени. Так, ребятки, а как вы считаете, какой самый крупный дракон? Вот физически. Ну вот еще тоже химик, тоже химзащита довольно крупный. Так, ну вот как-то надо. Кстати, можно это дело все сравнить, сделать скриншоты каждого дракона и их выстроить в линеечку. В принципе, если вы хотите, то я сделаю это в следующем видео. Мы вот так вот их сравним. Не знаю, если вот мы можем сравнить и вот на вот этой картинке.
Потому что, смотрите, это у нас усатыч, у него усы вот выше, выше прям таблички. А если взять туземца, то он совсем не достает до таблички. То есть можно сравнить даже так, да. Наверное, так будет даже более наглядно. Орк, кстати, тоже кандидат на большого размера дракона. Ну, в общем, будет интересно, я думаю, сравнить их между размерами. Ну, а вы напишите, какой, по вашему мнению, самый крупный дракон. Так, с этим мы разобрались. У нас есть что? У нас есть клановая битва. Точно, там кто-то у нас шумит и бросает осколками. Осталось уже, сколько там, 15 часов. То есть завтра днем у нас закончится эта акция. Ну, наверное, мы не успеем. Давайте по 20% попробуем проатаковать. Так, я уже атаковал, на самом деле, еще в прошлый раз. И по-моему, ни разу я не увидел сильный удар. То 1400, 1500. Ну, слышь, ну давай, а. Ну, сколько можно? Я уже промазал, наверное, раз 7 подряд. О, 4000. По-моему, оно как-то... я не нажимал. Что-то само нажалось. Да, хотел нажать только что 80%. Ну, не впечатлило 20%, столько промахов. Там, наверное, одно на одной выходит, что по 1,5 плюс 4, что там все время бить по 3, например. Примерно тоже и выйдет. Ну, мало-мало. Может, и не добьем его в следующий раз, но ничего, мы в 10 раз больше очков набрали, чем наш противник. Так, Sternen Fighter. Забавно. Так, это я ставлю, у меня очков хватает, больше не понадобится нам выполнять вот эти вот задания. Но там есть кое-что интересное. Давайте мы побежим тогда на арену, сделаем один боечек. Вот я специально под... Как это так? Блин, я ж тут менял дракончиков. Мне же нужно выбрать вот таких вот дракончиков. Так, нет, рысь нам нужна. Ты нам не нужен. Нам нужен архангел. И ты тоже нам не нужен. Нам нужен кто? Звездная пыль пусть будет. А вот усиление, кстати, оно запомнило. Я вот такие именно усиления выбирал. Вот так вот. Ну, давайте пойдем в бой. Минус 17. Должны справиться. Так, ну, раз у нас есть 30-й, давайте 32-го. То кого? Так, ну есть. Нет! Блин, самоуничтожились, это плохо. Я думал, все-таки он останется. Ладно, выпускаем 40-го. Нашу малинку. Туда же, ух ты, дракон-коробка. Не, не коробка, это какой-то... Как интересно, как он называется, ребята? Коробка или он, ну, вообще-то в виде 3D-пазла, как будто бы он из фанерки. Оу, чё-то я вообще не глянул, кого я тут атакую. Ну ничего себе, пол жизни снял нам. Неаккуратненько вышло. Ну давайте, кто кого? Та-дам! Ну да, мы еще один удар тоже не выдержали. Так, ну и все. Ну, тут нам щит не нужен, возьмем простое такое усиление. И самоуничтожились. Трам-пам-пам. Пятьдесят седьмой уровень, это просто адская сложная штука была бы. Так, давайте возьмем факелка и еще возьмем парочку дракончиков на подмену. Так, ну, условия мы уже выполнили. 38-й, на самом деле это больно. Усиление надо было поменять, зелень для факела не актуальна. 43, ничего себе. Сильные драконы у нас тут. Блин, капелька осталась, очень обидно, когда так получается. 43. Больно будет бить, гаденыш. Ну ладно. Оу, я его почти за один удар. Да, две звездочки решают. Так, ну это легкотня. Агавушка. Это тоже легкотня на один удар. И последний бой. Тоже
затащим. Его величество Гипнос. Мой первый божественный дракончик. Не особо полезный. Так, ну, ребята, раз у нас еще осталось одно событие, чтобы получить сундук, то надо идти. Надо идти. Заберем сейчас с вами еще военный сундук. Так, 40. Ну, вот так давай, за один удар, чтобы... Два лямчика урона. С бонусом было. Так. Ну ладно. За два удара. Вот чуть-чуть не хватает. Капельку, чтобы за один удар справляться. Так, арктический. Ну, мы видим, что он по размерам крупнее осени. Ну и все. Готово. И второй сундучок. Давайте сразу нам. Давайте легендарных осколков нам побольше. Увы и ах, но великолепных два кусочка у нас есть. Это круто. Так, сейчас надо по акцию, на акцию зайти посмотреть. Я же... Главное там не забыть... Не, аж 16-19 день, да? Что-то поменялось или нет? Нет. 16 день нам дадут. Нужен VIP для двойного бонуса получить 16 карточек. И 20 VIP, чтобы получить дополнительных 20 алмазиков. Ну, такое себе дело. А сколько у меня гневов дракона? Давайте посмотрим. Сколько она собиралась? 40 штук. Ну, вполне достаточно. Вполне себе неплохо. Хорошо. И еще у нас, ребятки, осталось сделать 1-2 боя в подземелье. Подземелье. Так, а кто у нас тут шанс получить чародея? Ну и отлично. У меня осталось здесь два боя. Вот, заботливые драконы, которые, кстати, нам бы не помешали тоже для получения нашего жидкого пламени. Но у меня их нет, я их заменяю весной. Вроде как весной. Погнали. Так, мой любимый щит. Минус. Да ладно, пусть будет так. Индукция. Индукционная катушечка нас проатаковала. Вот теперь... 80 тысяч ответный удар. Так, стоять, а я... Я вот эту штуку, по-моему, не выбрал, да? Вот это готово нажать. И вот это. Ну, как бы, не суть важно, но раздают, то почему бы и не взять? Мы все равно это задание выполняем. И нам тут дадут больше 50 очков за последний бой. Так, высосала всю жизнь пустота из нас. Так, у нас тут все энергетические дракошки. Последний удар. Рыси. О, призраки. Но главное не выбирать этого призрака, а то игра зависнет. Бывают такие глюки довольно часто. С приведением вот этого шкала осталось. То есть он еще есть. По-моему, то ли я пытался им проатаковать, то ли щит на него поставить. Короче, и в общем-то игра на этом зависает, если так сделать. Вы. Она проатаковала. О, и теперь исчез. В общем-то, это стрёмный момент. Призрак рыси.
Так, ну, давайте центральный откроем. Ну, почти миллион. 800 тысяч на дороге не валяется. Еще какое-то условие выполнили. Что происходит? Непонятно, что-то у нас сейчас происходит. Ну, в общем-то, ребятки, на этом мы и будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр. До скорых встреч.